Вечер сегодня 10 июня, по пути Сагасия. Мы смотрим остаточный закат. Сегодня больше желтого, оранжевого, нежели фиолетового, красного. Море спокойное, сегодня на море не ходили. Песчаный пляж. Мы с закрытием заглянули сюда после закрытия фестиваля уличных театров. Очень на коротке было, и все одаренные дети были мороженым кубанским, кореновским. Вот. Так что сидели его, покушали, и закат счастье. Вот какая-то интересная пара. Интересный новый катерочек. Я к нему подошу. Вот, ну что, плавающих уже нет. 7 часов вечера. А на горах, конечно, есть у нас облака такие. Есть хорошее, чистенькое небо. Да. Вот теперь есть этот катер, типа римский какой-то, деревянный такой, пользуется тоже спросом. Вот, переделан немножко. Совершенствован вот этот причал, там танго фестиваля проходит на самом краешке. Куда? Соню лезет в районе воды. Произведение то ли попа, то ли сердце, все равно хорошо, то ли следы, то ли следы. И там вот туман такой тоже собирается, большой туман, перемещается так, бородой какой-то ползет практически. Фонтанчик себе, фонтанчик. Тишь да гладь. Немножко как-то сыростью веет. Хорошо, лучше. Известного вам завтра, люди мои.